Друзья, всем привет! У нас новое видео погрузка контейнера. Сделали уже мост. Контейнер погружается у нас в Украину, в Киев. Сделали поэтому вот такой вот мостик. Ну, упругий, я вам скажу так. Сюда нам нужно поместить разобранный автомобиль. Мотор с коробкой, подвеску, в общем, смотрите, все увидите. Сверху ставится Мустанг и еще два автомобиля. Погнали! Тяжело, но нужно. Суббота. Продолжается погрузка контейнера, ребят. И у нас Дима уже вот так вот все заложил полностью для заказчика. Сейчас мы сделаем сразу ему пару фотографий. Сразу, чтобы заказчик кайфовал. Опа! Итак, первым у нас погружался распил-разбор. Следующим у нас становится вот этот автомобиль. Ford Mustang, который мы вчера полностью почистили, убрали, укомплектовали. Все у нас здесь. Все загрузили и отправляем. Вот такое вот состояние. Так, заказчику обещали, что мы залим 20 литров бензина. Вот, заливаем 20 литров бензина. Ты доволен, заказчик? Напиши обязательно. Ford Mustang, 20 литров бензина залито. Ну что, погнали? Давайте заезжать. Сняли полностью клеммы с аккумулятора, все, закрываем, не приподнимаем автомобиль. Первый автомобиль подвешен. В общем, смотрите, зад зафиксирован, внизу, как вы понимаете, да, лежит практически один автомобиль. Здесь все на цепях, бампер разорван, поэтому особо париться нечего, все очень плотно. И сейчас будем ставить следующий автомобиль. Следующий у нас будет заезжать Kia Sorento. Заезжать она будет передом до самого конца. Фиксироваться. И лишь затем ставится третий автомобиль и приподниматься. В общем, наблюдайте, все увидите. Итак, следующая Kia Sorento. Вот в каком она состоянии. У нас повреждена фара, капот, бампер. Мы поставили здесь докатку, сзади докатку. Вся правая сторона пробита. Автомобиль полностью забит запчастями. Вытяжки влаги есть. Сухим туманом обрабатывали уже несколько раз. В общем, давайте мы его будем загонять. Так, минус колеса поспущенные. Ну, как есть, ребят. В таком состоянии он есть, в таком и загоняем. Все, поехали. Так, здесь у нас все ключи висят на стяжечках, ребят, в каждой машине. Два ключа в Kia. Я заехал, сейчас вылезу. А вот у нас Ford. Видно, да, где? Ну и до Форда. Вы поняли, тут места еще мало, валом вообще. А капот сейчас приоткрыли. Вот капот у нас открыт. Ребята снимут аккумулятор и все. Фиксирует этот автомобиль. Ну, второй уже заехал. Итак, прошло немного времени. Ребята зафиксировали полностью нижний автомобиль Kia. Затянули на веревке, все распяли. Видно, здесь 4, здесь у нас 3, потому как у нас докатка, помните, какая, да, железная, чтобы не резала веревку, одну сдвинули сюда. Ну все, ставим аккуру. Погнали, с Богом, заезжаем. Следующий автомобиль, который мы будем погружать, вот Acura NZX. В таком вот у нас состоянии, у нас пробита правая задняя четверть. Машина полностью забита запчастями, как и предыдущая. Но ее будем приподнимать, кстати, народ, и под нее помещать еще распилы. Ну, вот такая она у нас. Игорь, на капот положи баблс и все. Погнали. Так, Acura поставили, ребят, цепи повесили. Что нам осталось сделать? Приподнять, снять колеса, поставить каблучки на задние колеса. И все, загружать по низу все. В общем, ну, немножко осталось, я думаю, часа полтора. Народ, наконец-то мы подвесили
третий автомобиль. Давайте я вам покажу, что у нас здесь. В общем, как всегда, цепи, пенопласт, для того, чтобы бампера, крылья не цеплять. Низ, брусья, ремни. Все вот так вот. Ну и вот это вот место, видите сколько, да? Мы занимаем сейчас полностью распилом. Полностью весь кузов автомобиля Acura MDX должен у нас поместиться вот здесь, в распиле. Кому интересны такие контейнера, вы знаете, куда обращаться. Сборные контейнера из США во все страны мира. Украина, Казахстан, Россия, Беларусь. Не вопрос. Вот один, второй сразу туда же. Секундочку, видишь, один он становится, да, до конца. Да, все, второй рядышком, ребят. Дим, я думаю, второй можно с другой стороны, да. На ту сторону точно так же. Все, супер. Давайте пороги. Вот два порога. Пороги туда сейчас положим, Дим. Как-то. Два брусочка есть. Да, брусочки, чтобы мы пристреливали, чтобы оно никуда не двигалось. Давай, пистолет. На, вон, брусочки, да. Чтобы оно не двигалось никуда. Я один думаю, воздушный, не? Берешь, бери воздушный. Да. Мальчик, не знаю. Не, бери воздушный. Значит, все движется к завершению. Итак, у нас последние штрихи. Это задняя крышка. Сейчас ставим. Поднимается. Вот так вот. Да, смотри, Игорь, бери брусочек 4x4. Вот сюда прожимаем, чтобы оно ничего сюда не выпадало. И все. Один брусок поставим на всякий случай, чтобы оно ничего никуда не выдвигалось. И вот, контейнер закончен. Такая вот у нас погрузка. Чувствуется новый контейнер, аж скрипит у нас. Контейнер полностью готов. Все. Закрываем. Ребят, вот здесь встретится, откроется, пишите, звонит. Как что разгрузили, показывается. Пломбы все на своих местах. Ну и, конечно же, наша фирменная пломба. Болт с гайкой. Парни, расскажите, как приходит сниматься нелегко. Continuous nail biter, but we're above par.